будет крах концепции многополярного мира. У кого? В мире. Многополярный мир терпит крах полный. Однополярный или много? Много. Я не оговариваюсь. Многополярный. Однополярный уже точно. Никто не может справиться с ситуацией. Вот, значит, Россия потратила несколько десятков тысяч тонн взрывчатых веществ. Но проблема не будет решена. Там столько сил. Минимум в Сирии перекрещивается 5 крупных блоков сил. С ними никто не может справиться. И не сможет. И дело в том, что когда концепция многополярного мира сочинялась, ну, думали, что надо это как противовес однополярному, который сложился в 90-е годы. Но многополярный оказался мир абсолютно неуправляемый. Более того, криминализируется быстро.